готов? Я готов. Давай, покажи им. Ю-ху! Так, не все еще у нас проснулись, а я уже пришла пить кофеечек. Сейчас в термосе налью себе кофе. Доброе утро! Ага. Как утром клев есть? Прохладненько? Да. Где-то полшестого так. Чуть-чуть. Что-то волна поднялась. Тут удочки все серьезно. Ветерок поднялся. Я хочу сказать, такой кайф на природе. Вот на телефон приходит уже, наверное, 3 поветренные тревоги, а здесь ничего не слышно. Боже мой, как это? Я считаю, что, конечно же, нужно переключаться, куда-то на природу выезжать, подальше от цивилизации, где, возможно, нет какого-то комфорта. 2 километра от дома. Да-да-да. Но, тем не менее, здесь просто раздолье, красивые такие места, и когда психика просто переключается, такая перезагрузка происходит. Так, на меня не смотрите, где-то я, наверное, в машине положила очки, но не пошла за ними выжить после ночевки в палатке. И при этом очень хорошо выглядит, это тяжелая задача, но мы ее не преследовали. Как раз ветерок поднялся. У нас завтрак. Так, а у Леши тут какая-то, значит, Стасти что-то там, наверное, клюет. А у нас с Никитой завтрак, огурчик. Никитосик. Никита, после... покупался, а я балдею от свежего воздуха и от такого завтрака. Кайфушки! Красота! Хорошо в деревне летом, а особенно весной. Насобирала клубничку, даже беру недозревшую. Она очень вкусная, сладкая, я обожаю такую. Ой, а пока собирала я клубничку, соседка подозвала и угостила черешенкой. Она у нас снабжает нас черешней, у них огромное дерево. В общем, видите, добрые соседи всегда с нами делятся. Ах, тут главное не лопнуть, потому что остановиться с черешенкой очень-очень сложно. Вы меня понимаете? А ты тоже хочешь сырнички, носик мой золотой. Боже мой, после природы так захотелось мне сырничков. Ой, с вареньем сейчас покажу, клубничным, которое только что сварено. Это, кстати, мама варила. Я капельку такого сиропчика сделала, сырнички. И я люблю, конечно же, со свежей клубничкой. В общем, вот такой у меня обед, можно сказать. Так, добрались мы домой. После природы, конечно, еще нужно отдыхать. После отдыха такого еще нужно отдыхать. Но это, в принципе, заряжает всегда позитивом, потому что природа всегда дает. Но я вам забыла рассказать, какой же парфюм был со мной. Вот аура от Мюнклер в парфюмерной воде. У меня миниатюрочка такая, 5 мл. Я просто намазом наносила вот за ушки, сюда на запястье. Это было что-то потрясающее. То есть такая... Ой, это мы... Клубничка отъедаемся. Такая красивая зеленая аура. Природа, лес, этот водоем, какой-то запах природы и аура. Это божественно. Было
тепло, но вот этот от воды такой свежесть, она классно сочеталась с аурой. В общем, теперь он у меня ассоциируется с таким отдыхом на природе. Очень мне даже понравилось. Я благодарю вас за просмотр. Немножко в этом влоге я взяла вас с собой на выходные. Немножко вы, можно сказать, со мной посмотрели, как один из видов отдыха, которые бывают. Поэтому увидимся с вами очень скоро в моих дальнейших видео. Поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить их. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me this other fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me this other fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even.